Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами вместо репетитора Елена Викторовна. И сегодня мы с вами будем писать заглавную строчную букву К. Итак, начнем с вами с маленькой буквы К. Сейчас будем писать сверху вниз и немного левее. Сверху вниз, немного левее палочка. Теперь по написанному вверх, примерно до середины. И уходим вправо. Делаем закругление. По этому же написанию ведем вниз. Вверх делаем закругление. Вниз. И делаем закругление вправо. Еще раз. Наклонная палочка. Вниз. Вверх. Делаем закругление по написанному вниз, вверх, делаем закругление вниз и закругление вправо. Вниз, вверх, делаем закругление по написанному вниз, вверх сделали закругление и вправо. Вниз. Вверх, коснулись линии, по написанному вниз, вверх, сделали закругление, вниз, сделали закругление, вниз, вверх, закруглили, пишем дальше, вверх, сделали закругление, коснулись линии, вниз по написанному, вниз, вверх, закруглили, по написанному обратно, вверх, вниз и вправо закругляем. Вниз, коснулись нижней линии, вверх, вниз, по написанному вверх. Пишем до конца строчки. Расстояние между буквами одинаковое. Буква К строчная. Если сложно вести обратно, вот здесь руку можно от тетради убрать и дописать здесь. Но лучше писать вот так, безотрывно. Все, сейчас мы с вами потренируемся побыстрее писать. Пишем буква К. Пишем. Расстояние между буквами одинаковое. Буква К. Буква К. Старайтесь писать буква под буквой. Заведите специальную тетрадку для чистописания. И в ней все буквы прописывайте. Только каждодневная тренировка может дать результат. Далее. Заглавная буква К. Вверх делаем прямую линию с наклоном вправо. Вниз наклонная палочка влево, петелька, вверх делаем закругление, по написанному обводим вниз и палочка с закруглением вверху и внизу. Еще раз, вверх, вниз, петелька, закруглили, вниз и в рабочей строчке. Здесь я немножко выше сделала. В рабочей строчке закругление вверху и внизу. Еще раз. Вверх, вниз, петелька. Пересекаем на линии, на верхней линии. Пересекли. Вверх сделали закругление вниз до этой же самой линии. Теперь немножко вверх, вниз и закругление вправо. Пишем.
вверх, вниз, петельку доводим до пересечения линий, вверх, закруглили, вниз, опять до пересечения линий, вверх, вниз и закруглили. Пишем дальше. И закруглили. Вверх, вниз и закруглили. Вверх, остренько, как будто единицу пишем. Пересекаем через линию, возвращаемся к пересечению линий. Вниз и закруглили вправо. Вниз и закруглили вправо. Вверх, вниз, вправо, вниз и вправо. Молодцы. А сейчас мы с вами потренируемся побыстрее писать эту букву. Пишем заглавная буква К. Опять же, если сложно писать, возвращаясь назад, вот здесь можно руку от тетради убрать и приписать вот здесь, как вам удобнее. Либо по написанному вниз и так. Лучше так писать, потому что потом, когда скорость будет большая, вот эта палочка обычно отдельно начинает ее писать. Вверх и вниз. Вверх, вниз. Вверх петелька. Занятия по письму нужны не только детям, но и взрослым. Поэтому тренируемся писать букву. Молодцы. Все, сейчас мы с вами напишем чередование заглавной буквы и строчной буквы К. Итак, сначала будем писать с вами маленькую букву К, потом большую. Тетрадку не забывайте положить наискосок. Пишем. Строчная буква К, заглавная буква К, строчная буква К, заглавная буква К, строчная, заглавная, строчная буква К, заглавная буква К, строчная, заглавная, строчная буква К и заглавная буква К. Все, молодцы. Сегодня мы с вами писали заглавную и строчную букву К. С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное занятие. Пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, друзья. До новых встреч!